Всем добрый день, вечер, утро. Не знаю, кто когда смотреть будет. Короче, решили Настину сюда. Сперва это надо засунуть. То есть Да, просто ложи и все. Куда-нибудь. Или поставь рядом. Короче, ребят, решили съездить в Харц. Настя, что делаешь? Книжки. Сперва решили книги свои дома, которые валяются, избавиться от них. Может, кому они пригодятся. Пусть забирают. Некоторые даже не распакованы. Но в основном, видите, про Ганнофер, вон, картинки всякие. Вот еще. А это что, эти тоже? Да, они же старые там. Рио-де-Жанейро, Коста-Рика. Они стоят нормально денег. А почему ты... Они старые уже, там карты старые. Что ты думаешь, сколько лет уже прошло? Ладно, сделали доброе дело. Теперь едем. То есть идем до машины с первого. Короче, как видите, у нас снега нету. Снега у нас здесь нет, поэтому мы поедем к снегу. Ехать где-то, не знаю, 100 чем-то километров. Надеемся, там будет снег, чтобы покататься на санках. Настя, ты где? Пойдем! Ребят, ну что, не прошло и полтора часа, и мы приехали в снежок, а то, я думаю, мы в этом году бы не увидели. Короче, ехали, ехали. Сейчас посмотрим, сперва хочем поесть пойти что-нибудь, а потом санки взять хочем, покататься на санках, детство вспомнить. На улице плюсовая температура тут, так что все нормально. Но у них уже тоже снежок тут тает потихоньку, так что сейчас сперва все узнаем, сколько это стоит. Ребят, зашли сейчас, долго не думая, зашли в первый попавший ресторанчик перекусить. Сегодня, кстати, у нас день рождения. Поздравьте их все с днем рождения. Happy birthday. Да, у нас сегодня день рождения. И мы решили вот так сюда прокатиться и покушать сходить. Заказались еще похавать. Поедим, потом пойдем за санками. Если мы захочем, или мы просто едем домой. Не, сейчас посмотрим, погуляем, по-любому тут еще пока светло. Давай, Настя, за твое день рождения, за твое здоровье, прости большой. Тут тепло, ребят, оттуда идет тепло. Ребят, мясо прям классно прожарено. Это тоже, как и надо. 5 баллов от 5 баллов, очень вкусно. Ребят, кому интересно, кто в Браунляге будет, можете сюда заехать. Вот как он называется. Грибарц. Вот, сразу напротив можете взять себе либо лыжи, либо санки. Что мы сейчас и сделаем. Так что, сейчас посмотрим. Зайдем, все узнаем. Настя, а как мы вот такие санки в машину засунули? Поменьше, это большие хочется. Это для двоих. Да. Или мы вдвоем?
А чё не... А, он как они. Вдвоём на одни или по одному? Ты ФОВ можешь взять сразу с тачки. БМВ есть у них машина? Давай узнаем, сколько это стоит. Всё. Алло. Короче, ребята, мы поняли, мы не успели. На большую горку, она 700 км, да, или что он сказал? Она закрывается через 10 минут. Нет, 20 минут закрывается. Мы туда не успеем. Теперь мы берем просто санки и идем на маленькую горку для детей. Ребят, кстати, санки стоят 5 евро в день. А здесь можете все, что угодно взять. Классно. Сейчас мы узнаем, посмотрим, сколько стоит, например. Так, сноуборд стоит 25 евро. Нормально, можно себе позволить раз покататься. Какие? А, игаль какие? Ну давай поменьше, наверное, или какие ты, как ты думаешь? Или вот такой? Да нет. Зачем вдвоем мы Анси поедем? Я хочу чего-нибудь. Да мне без разницы какой. Пойдем. Мы с нами поехали. Дети. Дети за 30. Настя, сколько тебе исполнилось лет сегодня? 31. И детство в попе заиграло. Да, еще есть у нас 1,5 часа где-то, чтобы погонять. Блин, надо было выбрать нормально. Может, они нехорошо едут. Короче, вот, ребят, это маленькая горка, 300 метров. Так что, кто из Германии, или кто вообще приезжает сюда в Харц, в Браунляга, приезжайте пораньше, потому что... Во сколько он сказал? В 10 минут пятого? Странный какой-то. Или 5:30? А, 5:30 закрывается, короче, этот большая горка. Так что остается только вот эта маленькая хрень. Но мне, в принципе, без разницы. Мне охота просто на санки. Раз на санках опять покататься. И по снегу походить. Мне кажется, кто живет в России, это очень странно для них слышать, что мы приехали по снегу походить. Но почему бы и нет? У нас его толком и не было давно уже. Снег тает. Вот, ребята. Если вообще уже все. Настя, а это надо платить? Или мы можем сами так же подняться? Че? Че там? Там платить надо. Мы просто сзади пришли сюда. Нет. Платить вот за эту штуку надо, чтобы тебя поднимало. А так-то что? Нифига себе, еще за горку буду эту платить. Тут одни дети. Я уже устал. Настя, и сколько раз мы будем подниматься? Это раз. Мы скатнемся и хватит, наверное. Фу, я устал. Нифига ты газанул. Настя, что? Она упала. Ребята, давай. Настя гонит. Как тебе твой день рождения? Очень да. О, Йоан. Зайди. Вас тут.
Сейчас, правда, что ли? Покажи. Не видно было. Покажи. Руку убери. Руку убери. Я офигею, вон. Я упал. Как и постоянно штаны рвешь. Я не могу остановиться. Красная жопа. Не показывай. Я, короче, все себе порвал. И трусы, и штаны. Да санки плохие взяли. Санки маленькие, вон какие. Надо было те большие брать. Можем на лыжах кататься. На лыжах, да. В следующий раз на лыжах будем кататься, потому что на санках как-то так. Ну иди еще раз, поднимайся. Тоже не хочешь? Хочешь ты? Не, если ты хочешь, пойдем. Нет, я с тобой. Самое классное, как тебя смотреть, как ты едешь. Как мешок говна на этих санках. Дышь, 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 да. Ребят, так что как-то так выпуск такой будет сегодня. Я думал, больше что-то буду снимать, но... ну, блин, не знаю, сами видите. Санки и санки на лыжах, я думаю, будет веселее. И как-то ездить. Или на сноуборд. Тоже будет веселее. Ну тебе понравилось хоть, Настя? Ну и хорошо. Ну тогда что, Настя, с днем рождения у тебя еще раз. И мы направляемся. Путь держим домой. Ладно, ребят, все. Если не буду включаться, что я еще раз хотел сказать. А, спасибо всем. Ребят, 1000 подписчиков на канале. Всем спасибо за поддержку. Ставьте лайки. А, и кстати, обязательно ставьте, нажимайте этот колокольчик. Если вы его не будете нажимать, тогда вы не будете знать про новые видео. Так что вы будете их пропускать. Сейчас я машину открою. Окей? Так что всем спасибо, до свидания, хорошего дня, вечера, утра. Всем пока, а мы будем закругляться и уезжать домой. Что делать? Муравью хуй придумать. Давай тебя привяжем к ним, к машине, я поеду вот тут по асфальту. Одни искры будут. Пойдем. Да. Ладно, ребят, все, я выключаюсь. Так что, кстати, не забывайте лайк ставить, комментарий писать и колокольчик нажмите обязательно. Все, до свидания.